часа дня. Я в тынде. И у нас происходит закуп продовольствия на наш экспедиционный сплав. И вот я как раз несу 25 килограмм муки на группу из 10 человек. Работа у них такая, ну как-то ты относись почти. Вот начинает, то в бак залезть. Я говорю, ну что ты там увидишь там в баке? А ему какое дело, что в баке? Сейчас вот 13:27, мы на колесах с 1:30 ночи, можно сказать. Спрашивает, собака кусается или нет? Да нет, наверное. Духбай Анай, дай нам рыбы, дичи, теплую воду, тихую реку и жаркое солнце.
надо сказать, что мы здесь. Вот это контрольные звонки. Вот скажу. А это наше разве? Там, и там рядом озеро. Идем под дождем уже час. Нет еще. Сегодня 25-е. Нам предстоит сегодня самый трудный день. Пороги, водопады, шиверы. Погода пасмурная, целые сутки шел дождь, все мокрые и холодные. Осмотр там нужен, там слишком серьезный.
Месси. Стороне течения, а мне надо искать место, куда его вывести. Как всегда. Сначала казалось, что они непроходимые. Было проходить стрёмно. Но пока мы посмотрели все, дошли обратно, было уже интересно, спортивно. Появился интерес. Ну и круто, что мы их вообще прошли. У меня еще один вопрос. Потери. По поводу твоего первого тайменя в 16 килограмм. Ну, блин, я не ожидал, если честно, вот, но как бы так получилось. Что он там был, и мы его взяли. Как
вчерашние пороги? Нормально, классно. Вообще, мне понравилось. Ты ожидал именно такие или послабже? Может, чуть больше даже. Даже больше? Да. Мне как бы понравились эти пороги. Не расстроился. То есть то, ради чего ты сюда, в принципе, да, шел? Да. Сейчас будешь таймение поймать. То есть для... Хотя я не рыбак. Для завершения намеченного надо поймать еще одного таймения. Нет, эта идея мне появилась вчера. Как я увидел, как поймал в воде. То, что ради чего ты шел, то осуществилось? Все 100%. Ну пока, до этого момента. Что дальше будет, не знаю. Остался таймень? Остался таймень. Чем больше, тем лучше. Здесь идюм сливается с мулам. Поставил баню, сложили с ребятами каменку, опробуем печку Горыныч. В первый раз что-то как-то она не оправдала надежд. Посмотрим, что будет нынче. Решили топить до последнего, пока камни не станут красными. Сегодня 28 августа. В Якутии выпал первый снег. Вот там вот на вершинах, на хребте, как раз он еще остался. Сейчас 6 утра. 29 число августа. Я немножко в шоке, друзья, от того, что здесь происходит. А происходит что? Мороз. Август месяц. У меня для жителей Оренбургской области и мороз — это понятие несовместимое. Но для Якутии это норма. Сегодня ночью было где-то минус 3 градуса. Вот. Я сейчас покажу вам. Мышь замерзла. Сегодняшнего морозного утра наступил жаркий день. Температура воздуха градусов 25. Мы решили сделать чебуреки. Настоящие якутские чебуреки. Из рыбы. Thank you.
выкачивай, выкачивай. Скат поймал, да? Поймал наконец тайменя. Красавчик. Только про бутылку вина проговорили. Лежит. Держи, держи. Рыбалка никак. Я поймал только одного тайменя и пару веков. Вот не знаю, вот первого вытащил, а потом все зажарил его, всем скормил, и карма меня покинула рыболовом. Знаю. А я своего первого в жертву принес, и, наверное, поэтому точно надо. Не знаю, не знаю. Может, не рыбак. Одного поймали? Такая же фигня. Ни одного. С Богом. Мне Виктор сказал, трос порвало. Да, оторвало его. А его оторвало и еще поднималась вода. И еще выше. Ну вот сейчас будете подниматься, две ступеньки сухих осталось. Охренеть. А, тут такая вообще, тут столько избушек поуносило. Жестко поднималась, да, вода? Ну на 12 метров за сутки. 12? За сутки, да? За 12 часов даже.
наш последний вечер на реке Учур. После 4 дней хорошей погоды пошел дождь. И вот под этим дождем нам приходится разбирать. Сегодня у нас вечерина под проливным якутским дождем, посвященная окончанию сплава с озера Большое Токко до устья реки Учур в реку Алдан. С 22 августа по 7 сентября мы терпели лишения, трудности и радости. Грех не выпить по случаю того, что Михаил Местников намечал еще 3 года назад, а сейчас только осуществил и собрал нас всех здесь вместе. За эти дни мы сдружились, подружились, узнали друг друга. И прошу прощения, если кого вольно или невольно чем-либо обидел. Наш рубеж — это Алдан, 400 километров, на 2 катерах, команда из 10 человек с шашмурдяком кое-как разместились.